Друзья, Алексей Михарюк делает много лет нечто ужасно важное для нашей жизни. Ведь будущее ребят, которые оказываются в интернатах, оно под страшным вопросом. И очень часто эти судьбы просто вообще вот оказываются в кювете. А он увидел реальные возможности, как, не как где-то, а как у нас можно предоставлять возможность этим ребятам создавать нормальную жизнь, строить ее, создавать семьи, работать и так далее. Это ценнейший опыт, это некоторый кусочек нашего будущего.